Нужно запушить. Да не сагу, не са. Не сечи. Внизу, внизу, внизу. Нужно запушить. Не сагу. Давай засели. Да. Покажи, она едет. Чего? Она едет. Я потратил 4 дня на то, чтобы записать этот видос. Мне пришлось учиться играть в какой-то совершенно иной PUBG. С танками, вертолетами, гранатометами и ракетами. Это было больно. Правда. Но вы заказывали Payload, поэтому получите и распишитесь. Кейсов сегодня не будет. Потому что в PUBG ничего интересного. Кстати, что касательно UC-шек, то если тебе вдруг надо пополниться, то ссылочка на наш магазин находится в описании. Ну и, конечно же, подписывайся на наш телеграм-канал, для того, чтобы быть в курсе событий и, конечно же, принимать участие в розыгрышах UC-шек. Что ж, я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Давай выясним, что из этого всего получилось. Wallah, brother. Brother. Так, ну что, братан? Падаем на танк. Потому что нам нужен танк. Да какой рикошет? Давай-ка мы подождаемся немножко. Я ничего не перепутал. Я видел шажочки, братишка. Я знаю, что ты здесь. Хорошо. Бот. Просто типочек решил в углу спрятаться, да? Едем дальше. Круточек еще раз рискнешь, нет? А, он уже в этой общаге, лол. Флайерку сейвил, да? Так сильно. Пом. Так, а тачки есть? Тачки есть, найс. Тогда едем до них, получается. И потом отправляемся в зону. А в зоне у нас ящичек. Поехали. Блин, ну на ящик, мне кажется, мы не успеваем. 33 типа еще осталось всего. Обидно. Так, они же плавают, я все время забываю. О, нам по воде и не нужно особо. О, вот это многие проблемы наши решают. Помчали? На самом деле РПГ-ху она бы нам очень пригодилась. И желательно четырехствольную. МГшками. Стрелять-то кто будет, алло? Окей. Ладно, полетели. Я не знаю, до ящика мы доберемся все-таки или нет. Там вряд ли уже что-то полезное осталось для нас, к сожалению. Так, один братуха прыгнул, второй прыгнул. Найс. Сейчас мы можем пострелять, значит. Так, высадили нашу вертуху, к сожалению. Больно. О, по ним, походу, работают, да? Окей. Так, найс, есть броник. Хорошо, четырехстволочка, да? Отлично. Будем пытаться так как-то долететь. Надо ехать в сторону танка, мне кажется. Его руинить. Иначе плохо закончится. Так, а какой из них настоящий-то? Понял. Сейчас иначе поступим. И бензин, да, закончился. Как не вовремя. Он снова на танке. В натуре. Чи-чи. Ужас, сколько каток пришлось откатать. Ты не представляешь, как тяжело победить в соло. Какая-то жесть просто. Нормально, я рад. Хотя бы так. Не, на самом деле вдвоем можно стрелять побольше. То есть один берет вертуху, другой, собственно, четырехствольный гранатомет, да? И все, вы летаете, фармите. Вот, но в сольного так не работает. Можно вообще типа лететь и на общаге, и на школу. Ну, как будто так более большая вероятность, что у нас будет вертуха в итоге. Просто. Не, но и при этом большая вероятность, что будет вертуха. В принципе, можно же сесть, и тебя не выкосят, когда ты взлетаешь. Окей, я тогда на школу. Давай. Есть вертуха на школе. Но я сомневаюсь, что я не первый. Не первый. Okay. Я у тебя и РПГшку забрал. Так, мне куда лучше лететь? Сюда лети. Прям к тебе на крышу? Да. Ну, взорвать могут. Вот сюда ее посади просто. Окей. Я ее буду охранять как зеницу ока. А на второй ушел. Здесь еще два типа, как минимум. Вот в этой общаге получается где-то еще один соседний. У меня человек без хп. Инфа есть, где он? Как же я понимаю этих типов. Ракет немного, да, у тебя? 6. Блин. Только ты без знаю, куда залетать. Там я тоже. Рожок, так рожок. Где? А, тачка. У него четвертая броня. Ага. Вот он дверь явно золото. Все, на рожок тогда. Да. Так, поехали. Тачка едет. Где? По дороге. А, все, вижу, вижу, вижу. Выше, выше, выше. Танк едет. Угу. Под нами тело. Танк. А, давай ты захилишься. Давай. Там ног. Хорошо. Я пока починю. Давай. Понял? Блин, ремок нету. У меня есть. Потом ремки под себя скинь. Так, все, потерял. Угу. А, тип внизу. Я вижу. Давай тогда типа сначала заберем. За углом слева. Тут я двойка по углам. Первый этаж. И наверху сразу. Здесь вот сразу над тобой будет. Смотри, метка наверх, посмотри сразу. Давай, там танк. Аптека, как обычно. По мне уже. Я тебе скину одну. Лично. Давай на магаз лучше слетаем. У меня 34 монеты. Типа, у меня 15 купить. Ракет должен хватить. А, ну ладно. Окей. Давай тогда сейчас танк и потом на ящик. Давай. Рикошетило. Шо, братишка, уже не смешно. Найс. Мне надо хилиться. Я бы на колобу его посадил. Вертуху взорвали, да? Его другой танк взорвал. Нет, не-не-не, другой танк едет. Давай, взлетаем туда. Давай, давай. Найс. Зашел. Так, давай с другой стороны. Давай, давай. Сейчас попасть нужно. Там танк. Справа, да, да, да. Давай сразу ящик сначала чек. Давай. Есть тип на крыше. Вертолет стоит. Он мимо. Как он жив? Я прыгнул. Окей. Так, он один дал. По ходу дела. Это еще такой был. У меня четырехстволки не было. Ну, нам вертолет взрывает. Надо понять, откуда. Четырехстволка тут лежит, забирай быстрей. И полетим сразу. Да. А, увидел танк. Где? Сзади кемп. Угу. Взял. Готов. Все? Сейчас будет весело. Нормально, нормально. Найс. Найс. Все, да? Да. Так и ремки надо слутать. Над городом, я думаю, не очень хорошая идея летать. Откуда? Крыша. Окей, я улетаю. А, все, вижу, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Найс. Тогда я отсюда сваливаю. Угу. Пару ракет по возможности закинь. Сейчас, сейчас. Так. Потом времени не терять. Закинул. 20 штук. Чел бегает по дороге. Тип в двушку забежал только что. Прямо отчет его видел. Ну, как будто бы... Спрыгнешь? Или что делать будет? А, зависни над ним просто над окном. Вон он, вон он, вон он. Вон он? Это, вот это плохая инфа. Вот сюда в угол, вот сюда. В угол, в угол. Дай туда. 4. Он прям там в углу сидит, у него желтый скин. Угу. Тачка под нами, Богос. Тачка. Так. Тебе лучше, когда я сверху, да, прям, ну... Ну, типа, когда ты низко, мне вообще нереально целиться. Понял. Просто низко надо лететь, когда наводятся по тебе, чтобы за укрытиями прятаться. Понял. Остальное время, чем выше, тем лучше, и по нам сложнее попасть с РПГ с той же. Танк едет. Танк. Угу. Вышел. Да. Что делаем? Да, оставляем его пока. Окей. Понял, он наводится. Нет, это не он. Нет, это он. Это он. Найс. Давай забираем его тогда. Братишка, это ты зря, конечно. Приземляться? Не-не-не, летай. Блин, ну хорры. Тоже штука непонятная. Так, ремки. А, ремки у тебя там. Наверное, да. Еще танк. Угу. Давай, фаст. Пора лететь. Угу. Ты пока чини, я буду взлетать. Починил. Вижу, типа бежит. Типа по стежку забегает. Да, пересел. Танк пустой. Откуда-то сзади еще горе. Вот здесь вот под нами танк. И под деревом, по-моему, под нами прям. Найс. Все, отлично. Так, ангар. Нет, не ангар, пустышка. Двушка. Второй этаж. Да, тачка, видишь? Да. Больно. Я на всякий случай прыгнул. Так, чинить. Надо чинить. У тебя не осталось, да, ремок? Не, поехали другой просто вертолет заберем. Давай. У меня есть один ремкомплект, но лучше на новый оставим. Хорошо. Так, 5 типов осталось. Это вышка, походу. Да, чел на вышке. Я не вижу, где конкретно. Он прям бегает наверху, на самом верху, он просто кругами бегает. Выше. Все. Самый умный думает. Мы все ракеты там оставили. Папич, на который летел. Подожди, слева где-то. Где-то слева. Папич, крыша. Ага, все. На крышу. Крыша папича. Угу. Он залез внутрь. Да. Полетели отсюда. Это откуда? Это прямо где-то. Надо чинить. Спрыгивай. Не открывайся такого типа. Папич есть. Вот. Могу тебе ракет скинуть, если надо. Чуть ближе надо. Найс. Все, ласты. А, папич остался. Это папич. Да, с папича спрыгнул. Подожди. Вниз. Ну, здесь вот будет. Да, метка тебя там видно, нет? Я не вижу его. Он в зону бежит. Тебе в зону надо быстрее. А успеваешь нормально? Не знаю пока что. Забирать? Нет. Окей. А есть аптека? Дать тебе? Да. На. Скорее всего, видно. А, блин, танк вызови. Да и все, в принципе. Багос есть. Не катайся, пока что. Больно? Понял, где он? Нет. Дай метку на него. Он здесь. По дереву. У меня. Найс. Не судьба. Не, я хотел с ракеты его. А можно было просто с эмочки. Причем он просто тапал по мне. Да, да, да. Жесть. Ну, это было настолько душно. Вот реально. 31 килл. 1 килл. 31 и 1. Найс. Последний. Самый главный, получается. Ужас просто. Обидно. С горы, да, походу? А, увидел, чуваки, вон на тачке. Блин. Лол, я зря вышел. Лол, я думал следующее. Ну как? Почему эта херня, блядь, его не дамажит? Я не понимаю. Нормально. No. Ну вот как? Нужно запушить. Да не сагу, не са. Не сычи. Он внизу, внизу, внизу. Не хочу умирать. Не хочу умирать от зоны. Прямо за стенкой меня. РПГ летит. Понял. База вообще. Нам лучше здесь, наверное, пересечь реку. С этой стороны. Быстрее будет. Я, конечно, имел в виду мост, но... Ладно. Когда я говорил, что нужно пересечь реку. Не, ну слушай, ну... Ну да. План был хорош. Ты посмотри на этих гениев, что они хотят сделать. Ты видишь? Да. Картину? Чеченцы спортили, ты по мне. Вот боже. Это да. GG. Не знаю, кого они там пересмотрели, но им явно это не помогло. Тут вот есть с оружием. Ну, что-то я не знаю, что его прикрыть. У меня нет патронов. Я должен успеть. Живи. Ну, не, подожди, но он меня добивает тут. Ну, ты ножом его должен зарезать. Да, если он на меня только не переключится. Вот, чтобы здесь вертолет получается. Не попадет, не попадет, что? Не попадет. А что произошло? Ты меня убил. Да лол. Можно же было выйти. Почему не вышел? Ну не добивай, зачем вообще добивать? Да боже, блять, что за... Вот, ну вот как, объясни мне. Yes. На крышу сяду. А, чел. Ну куда? Ну что за бред? А может вплавь? Можно. Интересно. Еще лучше. Так, подожди, она едет. Чего? Она едет? Да, но в любом случае на берег ты не выберешься. Тут кто-то с кем-то перестреливается прям жестко. Я выехал на берег. Нарез. Ты прям выехал? Да. Да, режим, конечно, интересный. О, давай мимо школы пролетим. Давай, давай. Там на крышу, на видишь? Крышу, смотри, типа. Найс. Крышу ударилась. Найс. Все, улетаем. Окей. Сейчас за дверью? Да-да-да. Найс. Как я мансую. Это был почти ног. Я в него попал. А, он в бронике, понятно. Это тип, кстати. Вертуха открылась. Для аптеки. Не, у меня 30. Лол. А сейф. Я прям настолько сейф. Ой, брат, зря ты вышел, конечно. Еще есть. Смотри на крышу. Вижу, вижу. как не надо. Там еще одна вертуха. Давай эту сначала. Давай. Оп. Ну как? Да, как будто реально проще сделать так. Душка вот эта вот. Поднимать там пошел в двойке. В душке. А где он, на втором этаже? Да, на втором. В окне. Да, молик закинул. Второй этаж. Он прыгнул. GG. Он в поле бежал. Найс. Да. Ну что ж, братан, на этом на сегодня все. Я надеюсь, что ролик тебе понравился. Я, правда, очень долго пытался записать этот видос. И в какой-то момент уже думал, что ничего не получится. Но, тем не менее, Хьюстон пришел на помощь. С пареньком вообще случайно познакомились в каком-то матче. Да, рандомный чел, вот, попал в видос. Интересно. Давайте похлопаем ему и порадуемся за него. А еще у меня новая стойка для микрофона, если ты вдруг не заметил. Возможно, не заметил, но я рад, что она теперь у меня нормальная. Потому что старую давно надо было поменять. Что ж, я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, но тем не менее. На сегодня ролик подходит к концу, и я вынужден с тобой попрощаться. Так что встретимся на просторах PUBG, а также в следующем ролике. Всем удачи и пока.